И вновь зрителей программы «Ситуация УТА» ожидает Kyiv Scouting, то есть оглядовая программа за май 2010 года. Маршрут и перечень галерей как-то уже устоялся, что все же не вполне хорошо. Зато галеристы воспринимаются как давние знакомые. Нет, пункты посещения все же изменились. Это выставочный зал Союза художников на Малой Васильковской 2 и Русский музей. Молодежный проект «Индпошив» на Малой Васильковской 2 в Союзе художников был поддержан фондом «Эйдес» и своей целью имел подрыв устоев классического художественного образования путем совмещения онного образования с прикладными формами. Удивительная работа Сергея Павича, когда экспонировалась на выставке в Национальном художественном музее Украины. Выставки Новохвыли, мы все думали, что это собственность Национального музея Украины. Однако это выставка, эта работа часть коллекции Soviart, арт-центра Soviart. Определенной неожиданностью стал факт того, что некоторые произведения из большого, хорошего и нужного проекта Национального художественного музея Украины ему, музею, не принадлежат, а принадлежат, к примеру, собранию галереи «Soviart» еще с 1988 года. Зато можно было еще раз повидать значимое творение – и не раз в 20 лет. Тут рисовунка. Я еще не придумал свои дурацкие географические карты. И ранний, не менее любопытный Илюша Чичкар. Работа замечательная была в свое время, да и сейчас, в принципе. Тут мы срочно прерываемся. И по-провинциальному, надувая щеки, показываем два сюжета из серии «Наши
столице. Эту выставку необходимо выделить как уникальную, нет, даже раритетную. И по подбору классности художников, уже даже что и мастеров, и самой техники исполнения. Выставка, которая проходит в Русском музее изобразительных искусств Киева, имеет простое, но очень емкое название – «Афорт». Просто «Афорт». Возникновение жанра имеет четкую датировку – 1501 год. Будучи сродни ювелирному искусству, но еще тоньше – «Э-форт» французский, в буквальном переводе – «крепкая вода». Нечто сродни нашей «оковытой». Но это азотная кислота, которой протравливают процарапанный металл. Со времен Рембрандта, Гойи и Дюрера техника исполнения не изменилась. Это вид немыслимо трудоемкого, скрупулезного искусства. И на сегодня следует сказать аристократического вида. Лишь десятки способны на подобное усердие, и единицы становятся асами этого дела. Их в Украине таких аж 8 человек. 2 киевлянина и 1 киевлянка, 3 львовян, что понятно. Именно там находится Национальная академия Друку, отдельная глава Павел Маков и легендарный харьковский худпром и наш Геннадий Верещагин. Собрал работы мастеров, издал каталог, а главное поделился с публикой своими сокровищами Андрей Соломенко. В экспозиции превалируют листы, в которых добротная работа и отсыл к традиции доминируют, где классика сюрреализма по-прежнему впечатляет. Но есть и собственный подход. Павел Маков, который сумел старинными техническими приемами передать и сердцевину, и суть современной жизни, всецело относится уже к современному искусству. Геннадий Верещагин же вытащил с помощью специфики афорта такие немыслимые подробности сугубо одесского бытия, жития-бытия, что там уже просматривается за сутью и нутро ее, плотоядное до прощенчества и немыслимо достоверное, отчего хочется психологически вернуться к изыску и монохромности символизма. Роскошь и изыск выставки «Афорт» в Русском музее в Киеве, возможно, еще и знаковое явление, свидетельствующее, что меценаты, подлинные ценители подлинного искусства в Украине все же имеются. Тот вид современного искусства, который сам себя обозначает как «contemporary», можно обвинять в комиксности. Хотя подчас его остросюжетность становится актуальной, а потому, видимо, и затребованной. Однако отказать в качественности исполнения произведения 3 авторов в Киевской Fine Art галерее невозможно. Это и практически гладкое письмо Игоря Гусева, и разность в используемых средствах Сергея Зарвы, и нежная, тонкая, а главное, безмерно пессимистичная графика Ильи Исупова. Выставка под названием «Новая неискренность» выявляет тему коммуникации, где во взаимодействии люди пользуются истертыми штампами как символами. Лишь обозначая явление, но не утруждаясь осмыслением его, Игорь Гусев и Сергей Зарва – одесские авторы, утвердившие себя в общеукраинском контексте современного искусства, обращают в фарс, доводят до логической завершенности бурно расцветшую, распространившуюся и уже фактически утвердившуюся новую неискренность. Еще один автор, бывший одессит, работает с по-прежнему болезненной и не только для одесситов темой похищения Караваджо. Выставка в галерее «Коллекция» называется «Ройтбурт versus Караваджо». В новом цикле живописец разрабатывает свой ранний трансавангардный подход, как классический постмодернист, перерабатывая, пересмысляя известные канонические сюжеты и ситуации. Однако здесь, благодаря флуоресцентности красок, Ройтбурт предстал колористически сочным, выразительным и даже темпераментным. Ну а сюжеты с усекновением головы и усечением гражданских прав украинцев в Украине понятны даже невзирая на все красочное буйство холстов экспозиции.